Представляем вашему вниманию рисовалку John Deere 7200 с жидкими удобрениями. Только что приплыла буквально с Америки, еще в плане сборки и сервисовки. Здесь плюсы этой сивалки в том, что она может работать как по подготовленной почве, так и по нулю с помощью вот этих дисков, которые идут впереди сошняка. Они подготавливают почву под высевание, вот, и можно работать по нулю сразу по стерни. Вот, высевающий аппарат здесь Max Energy 2, вот, который контролирует высевание зерна и точность высевания. Вот. Также это идет пневматическая сивалка с механическим приводом. Вот, баки достаточно большие. Сивалка предназначена для пропашных культур, непосредственно подсолнух и кукуруза. Зарекомендовали себя эти сивалки очень хорошо. На протяжении уже долгих лет ими пользуются многие, кто с фермеров, как в Украине, так и в Америке. Также эта сивалка, я думаю, будет еще длительное время работать и приносить урожайность и удовольствие людям, которые ей пользуются.